Преподобный Амвросий Оптинский наставлял: кто уступает, тот получает 3 осьмушки с половиной, а кто мнится и право настаивать, тот получает только 1 осьмушку, а иногда и 1 не получает, когда сам расстроится и другого расстроит. Смотри на всех просто. Любовь покрывает все. И если кто делает ближним добро по велению сердца, а недвижимый только долгом, то таковому дьявол мешать не может. А где только по долгу, там он все-таки старается помешать тем или другим. Любовь преподобного Амвросия была не отношением к кому-либо. Это было состояние, в котором он жил. Пусть его святые молитвы помогут и нам стяжать мирное и любящее сердце.